Набережная Ялты, люди прогуливаются. Тут тоже ветерок. Но уже люди в курточках, не так, как на пляже, в купальниках. Тут уже прохладно. Такая сегодня Ялта. Ялтинские художники. Достаточно много людей гуляют сегодня. Ну да, потому что суббота. Такой выходной. Да, в субботу нужно отдыхать. Уже продают мороженое. И совсем скоро лето. Жара. Уже многие сдают жилье в Ялте. Кстати, про жилье, если вам нужно, пишите в комментариях или звоните мне на телефон. Подскажу. Вот так мы в субботу гуляем. А что делаете в субботу вы? Пишите в комментариях. Ну что, вот и Спартак. Что сегодня на Спартаке? Посмотрим. На Спартаке кофе с молоком и булочки. Ну что, на сегодня все. А кому нравятся мои видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.